Хей, свымышленки, мы продолжаем пройти игру под названием Анна. Я все-таки посмотрел, да, видео получилось довольно... Нет вот этих разрывов, которые отображаются у меня. Ну, в особенности это отображалось на улице. Что нам дальше нужно? Нам нужно... Это испуг нашего героя. Можем не обращать внимания. Так, нам нужно, во-первых, с помощью инструмента взломать ящик. Либо честно, или правильно говоря, сломать ящик. Здесь мы найдем связанные листья. Что ты потерял? Не здесь. Ты никогда этого не найдешь. Что ты здесь потерял? И деревянную коробочку находим. Дальше. Осколок. Осколки я на самом деле не помню, как достать. А, ну и палками можно. Они плачут. Плачут каждую ночь. И то, что мне нужно. Это лезвие. Что дальше? Мы с вами должны объединить как клинок и рукоятку. Две части приходят друг к другу. Идеально. Я сделал ритуальный нож. Они все еще существуют. Не внутри меня. Так, я собрал ритуальный нож. Понятия не имею, откуда он взялся, но я уверен, что он очень острый. Самое удивительное то, что когда я вставил клинок, я почувствовал, как он нагревается. Так, нужно не забыть его, да, нагреть. Здесь у нас вот листва есть. Давайте срубим, я не помню чем. Так, я в этом деле не мастер, так что мне придется... Требуется время, короче говоря. Так, я отрезал корень, я оставлю его себе. Что дальше? Дальше нам нужно использовать крюк на цепь, и на цепь использовать лампу. Дальше поджечь лампу и использовать электропорошок, чтобы он стал более ярким. Вот. А как вы помните, там было написано, что мне для ритуала нужно что-то в светлую воду, да, все такое. Использовать свою кровь. Так, получилось. Не знаю, как оно получилось. Электрочастицы грязную... Так, грязную воду, значит, так. Электро очистил грязную воду, значит, это ли... Значит, эти легенды нечто больше, чем предрассудок. Хорошо. Дальше. Нам нужно использовать... Подожди, а я ж могу, да, развязать? Или ножиком? О, ни за что я никогда... Что? Так, теперь у меня есть 5 листиков. Об этих листиках можно пока что забыть. А, коробка, точно. Пока я вспомнил. Коробку нужно использовать сюда. Я хорошо знаю эти две горы. Кастер и Полукс. Близнецы. Не помню, какой стороной лесом повернулся к ним. Что? Этих лиц еще пару секунд назад тут не было? Тут было... Или, может, они были, и я их не заметил? Лица двух близнецов, словно две горы. Так, теперь сюда мы используем. Так, поджигаем нож ритуальный. Так, на Калил появляется рисунок змеи. Теперь мы используем ритуальный нож на себе. Так, маленького надреза, надеюсь, будет хватить. Флэшбэки у нас идут какие-то. Вода не сильно... Кто ты? Уже не больно? Как ты это сделал? Постой, куда ты убегаешь? Скажи хотя бы... Это, если что, воспоминание.
смотрите, какая вода теперь. Так, у нас есть лес, воспоминания. Так, а что теперь? Так, у меня полная фляга. Я не помню на самом деле, что теперь. Я помню, что мне надо... вернуться обратно. И что-то сделать. Так, у меня есть нож. У меня есть корни. Я помню, что корни нужно кинуть в этот. Ага, все, рисунки появились. Короче, что за рисунки? Рисунок. Ними в сетке. Так, внутри есть рисунок. Рисунок. Окей. Почему ты... Так, я не голоден. Ты странно, что-то случилось? Я просто не хочу есть. Понятно. Окей. А здесь, короче, лежит подсказка. А подсказка нам говорит, что за что отвечает. Смерть была черная, ненависть бронзовой. Счастье золотой, одиночество серебряным. И только ложь была белой. Короче, вот это у нас с вами ложь. Белая ложь. Золотое счастье. А, ненависть. Подожди. Ненависть. Потом у нас идет. Здесь у нас изображается смерть. Смерть у нас была черной. Так, и в конце у нас одиночество. Наверное, я где-то ошибся, мне нужна подсказка. Стоп. Стоп, 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 стоп. Это было что? Ненависть бронзовой. А, вот ненависть. Один начался с серебряным. Ложь белой. Так. Покинь этот дом. Оставь меня. Я слышал, как что-то открылось. Так, у нас типа сгора прилипает. О, я чувствую себя странно. Что-то со мной происходит. Все испаряется и меняется. Так, здесь, короче, да, серебряный. Нам нужны два листочка. А некоторые листы, они просто не берутся. Или берутся. Он, так, сильно поврежден. Да, вот видите, он сильно поврежден. Так, там у нас появилась, если что, дверь. Но для двери нам нужно... Так, подождите, да, два листа есть. А что это? Анна этого не хочет. Сожжение. Я не помню, как с этим взаимодействовать на самом деле. Дверь открывается. О! Любовь и Маргарита. Любовь и Маргарит. Путь башмачника любопытства. Так, ладно, давайте я, короче, так сделаю. Если что, остановите и там посмотрите.
Да, все красным цветом забейте. Так и должно быть. Фу, вот она меня пугает все равно. Так, мы с вами что подбираем? Ступицу. Да. Короче, для приготовления всяких зелий все в таком духе. Манекен в форме женщины. Но это же дерево. А, так, непристойный манекен в форме женщины. Не похоже, чтобы я был сделан вручную. Кажется, будто он вырос на... как растение. Никогда не думал, что смогу так сильно ненавидеть неодушевленные предметы, но эта вещь, это имитация женщины. Этот мерзкий кусок дерева пробудил во мне необъяснимую отвратительность. Я видел что-то прямо перед собой. Дом задрожал, мне страшно. Это предыдущее. Так, окей, здесь у нас есть масло, которое спрятано, которое вы так просто не увидите. Мы, это, если что, масляная лампа, она пустая, старая лампа. Здесь еще есть в хорошем состоянии, но без масла. Масло мы как раз с вами подобрали. Берем масло, используем. Все, готово. Теперь давайте на всякий случай сразу, чтобы место немного освободить. Я положил, так, хорошо. И этот лист ложим, хорошо. Что дальше ты захочешь, тем туманен твоя душа. Покинь этот дом. Хорошо, масло мы залили. Теперь нам нужно поджечь. Так, мы осветили. Так, или может еще что-то. Мы не скомкали, да, нам нужно ступицу использовать. Теперь мы перемалываем листья, которые мы получили. Но это электро, по идее, такой же, но немного хуже. Короче, это собственного приготовления. Почему ты меня не слушаешь? Уходи. Так, у девчули есть кольцо. Так, она здесь нет, не знаю, как это объяснить. Я чувствовал ее присутствие на каждом шагу. Я слышал ее за каждой дверью, но все-таки ее здесь нет. Она пыталась увести меня в сторону с того самого момента, как я вошел. Не знаю почему. Ночи напролет, и я мечтал об этом мгновении. Я дал собственную кровь ради встречи, но она снова... Так, смеется надо мной. Так, дальше мы используем ножик. На колечко. Да. Так, обручальное кольцо. Дальше, что у нас здесь? Так, это я не помню. А, сердечко. Тут, короче, стук-стук сердечком. Здесь есть железная трубка. Стучит, стучит, стучит. Я не в силах это вносить. Надо ее уничтожить. Это имеется в виду сердце. И как раз мы переходим к другой части нужных нам действий. Так, ладно, пока закрою. Хотя... Да, сильно стучит. Так, что мы делаем? Первое. Нам нужно взять сердце, положить внутрь. Сначала надо починить печь, точно. Чтобы починить печь, мы можем сделать две вещи, смотрите. Но первое нас не поможет. Берем инструмент и жмем. Замок довольно крепкий. Мне нужен предмет, который я смогу действительно как рычаг. Как рычаг, ну, это, в принципе, как раз та труба, которую мы нашли. Пруд железный. Мы открываем, и здесь как раз запчасть для замены трубы. Используем ее на сломанной печи. Дальше мы с вами просто закидываем сердце. Закидываем корень.
И все это дело поджигаем. Мы снова чувствуем. Ты завел только то, что потерял в себе. Нет, я закрою на этот момент. Оп. Прикрою немного. Чё? И потом кто-то сильно стукнул в дверь, и из этого мне дали. А у манать у меня она сломалась. Психика. Что мне теперь нужно? Джим. Я выжег пульсирующее дерево сердца, может быть это просто сон, или я окончательно сошел с ума. В любом случае, смысла отсутствует теперь нет. Только что я слышал какие-то шаги наверху, надо придумать, как подняться туда. Так, на всякий случай сохранить, почему, если мы потеряем с вами рассудок, игра закончится. А в игре 8 концовок. Одна из консолек, если мы просто нажмем сюда. Ну, давайте, в принципе, это и сделаем, да, я думаю. А, надо было держать, пока была возможность. Ну, сори, мы не сможем посмотреть эту концовку. Но это самая херовая концовка, она про труса. Мы бы просто с вами сбежали. А, она сама у нас спустилась. Топ. Что за бред? Я помню, я ее опускал чем-то. А вот чем я не помню. Ну ладно. Так, нам если что, добавили рассудка немного. Так, мы с вами появляемся на чердачке. Ритуалы наши... Что-то там. Немного психики дали. Ага. Ритуалы нашей госпожи. Так, с тех пор, как я попал сюда, я видел, слышал и чувствовал множество невероятных вещей. И все-таки я нашел текст, который сумел меня удивить. Утверждается, что если зажечь специальную свечу рядом с определенным магическим знаком, то получится воск. Так, получившийся воск будет обладать всеми свойствами женской крови, а потом можно быть использован в определенных ритуалах. До сегодняшнего дня я не верил в подобные сказки, но теперь, оказавшись в этом кошмарном сне, я действительно начинаю верить. Ты ищешь убежище, из которого потом не сможешь выбраться. Никогда. Так, символ богини. Это древнее изображение какого-то божественного существа. А думаю, его сделали в бронзовом веке. Оно хранит память о временах, когда были боги и люди. Должен быть это сделано для одежды. Заперта дверь. Я хочу сбежать. Мне кажется, выйдя из... Так, больше не смогу вернуться в этот дом. Вот. Ладно, тогда давайте я здесь сохранюсь. Чердак. Да. Интересный факт, то что я выбраться могу через эту дверь, а через нижнюю не смог. Поверить не могу. Я выбрался из этого проклятого места. Пришла ночь, в лесу так жутко. Да и не говори. Возможно, мне нехорошо того, что я там увидел. Прекрасную девушку, убитую с такой женственностью. А, убитую с такой жестокостью?
Она была добра и лишь пыталась помочь человеку. Что это за бредятина? Как та женщина, что вылечила меня, когда я был ранен в лесу? Она была так красива и добра. Я вот этой концовки не помню. Судя по тому кольцу, я ухитрился жениться, но я ничего не помню о своей жене. Та девушка, я не могу думать только о ней. Сколько, как, словно пасырь, веду сквозь лес чужой свет. Все мои мысли лишь о ней, о ее лице. Но что это за свет? Как будто весь лес охвачен алым пламенем. Ветер приносит прохладу. Я слышу его жуткий шепот. В лесу творится что-то жуткое. Ну, я с тобой согласен. Какие-то огни красные. Нет, я не спасся. От ужаса, в котором я проснулся, спасения нет. К ужасу, в котором я прикоснулся. Я проклят. Мне коснулось зло. Я никогда и уже не обрету покой. Но это концовка, получается, вторая для меня. А первую я вам покажу, когда мы пройдем полностью игру. Так, итоги игры. Найдено воспоминание 433, найдено записи 13 из 21, прочитана книга 6 из 16, увидено событие 2 из 16, концовка так скоро, открыта концовка, как вы видите, 2 из 8, путь башмачника. Так, мы, короче, загрузиться, чердак, загрузиться. Так, мы Наверное, Майкинфор... О, вот этого тут не было. Ты ее любил? Наверное. Почему? Кто она? А, не знаю. Ладно. Зачем ты украл статую из церкви? Это она. Кто она? Она. Так, ладно, маска ассасина. Лик правды. Ты боишься смерти? Ну, не сомневаешься дарить ее другим. По масках. Так, книга масках. Так, нам нужна еще одна маска, я знаю, где на ее взять. Это нам нужно будет для ритуала. Почему ты ее разбила? Посмотри на себя. Ты держим. Говори, почему ты ее разбил? Ты сам на себя не похож. Так, дверь. Вот здесь может будет немножечко жутковато на самом-то деле. Ну, посмотрим. Ну, до того момента, где я остановился. Ой, блядь. Она меня преследует. Любовные ритуалы. Вот это меня преследует, мне кажется. Инструмент. Уголь. Возьму немножко. Так, здесь нужно топором отрубить голову. И взять маску. Thank you.
то, что такое? Так, дверь нам не открыть, там нужны некоторые ингредиенты. Детская маска. Красная свеча. Так, манекен, но он ничего не делает, если что, вдруг. Письмо. Тупая манекенщица преследует меня. Дверь. Ковер. Люк. Лопатка. Дальше, что мы делаем, смотрите. Мой рассудок вообще уже почти пал. Статуя. Да, рассудок у меня вообще жестко падает. Окей. В масках мы читали. Объединенная любовь. Так, я нашел документы, рассказывающие о свадебных обрядах одного очень древнего культа. Описание очень подробное, в нем много картинок. Самое интересное, что мужчины зовут мать богини Анны. Если я когда-нибудь выберусь из этого дома, мне будет что рассказать студентам на лекциях. Впрочем, это уже не важно. А дальше нас интересует такой момент. Так, ладно, давайте у нас еще есть письмо. Вы можете это тоже прочесть. Хотя, ладно, это можно прочесть, так как это документ, да? Родной мой, наконец-то загадка, которую мучила меня много месяцев, вот-вот будет решена. И наконец-то я смогу увидеть вновь. Я пишу тебе, потому что я не могу поделиться с тобой своей радостью. Раньше ты всегда делились и радовались и горяча. Брат мой, очень сейчас тебя нет со мной рядом. Как же так было, что ты теперь... А, да короче, тут текст хуёвый, идите в жопу. Так, на столе я нашел письмо. Судя по всему, я не первый пытался тебя отыскать. Анна, надо найти книгу, о которой говорится в письме, и понять, что за храм имеется в виду. Храм здесь... Безумие, надо написать в комнату так ремесленника и достать эту книгу. Так, в чем прикол? Смотрите, что мы делаем. Маски ассасина одеваем на себя, и мы видим все в жуткими вещами. Тут руки, все такое. Я типа вижен смертником. А дальше у нас есть маска правдивый лик. Здесь мы видим с вами небо. Чертов манекен меня преследует. А мой рассудок падает и падает. Потолок исчез. Он растаял, как облако, как только я надел маску, и теперь я вижу ночное небо, залитое лунным светом. Эта маска действительно заколдована, или я просто сошел с ума, и теперь наслаждаюсь безумием. Вот, ну нахера ты меня портишь? Посмотрите, оно уже падает, очень сильно падает. Так, ладно, дверь... Вешалку, да, мы используем в виде такой фиговинки. Мы получаем ключ. Потому что если бы мы использовали просто сюда, нам бы написало, что там внутри находится ключ. Мы используем на замок. Так, мы подняли, но не на немножко.
Так, точильный камень нам необходим. Так, мешочек с травами. Какая-то фиговина. Кувшин. Черное одеяние. Так, это доска. Постель. Деревянная постель. А, вид у нее такой странный, как и я всегда. Так. Как у остального дома. Так, что дальше? Мы одеваем маску одну. Здесь следы куда-то ведут. Одеваем маску вторую. А, нам... Вот это немного неудобно, потому что нам нужно фиг знает куда листать. Так, хорошо, дальше снимай маску. Убийцы. А я думаю, чё? Я ж когда первый раз, я же вам говорил, да, что я несколько раз проходил. О боже, тут повсюду кровь. Теперь я вижу себя здесь и сейчас, впервые с тех пор, как тебя встретил. О, вот этого я тогда момента не видел. Я слышал такой вот... Но я думал, это этот. А, был, как он называется... Когда я урну подобрал, понимаете? Момент. А здесь, увы, нет. Здесь, увы, другое. Так, а теперь нам нужно возвращаться. По идее, об этой комнате можно... А, у нас здесь еще шкаф. Даже топором. Так, ладно, это мы открыть вообще не сможем. Вот, начиная с этого момента, по сути, я уже не знаю, что делать. Вот теперь для меня все идет новое. Вот этой. Все ближе и ближе. Так. О, даже изменилось это. Сохранить. Давайте напишем рассудок. Рассудок. Сохранить. Все. Вот это уже пошло что-то новенькое. Дверь в полу. Что вот это за херня? Это лед? Так, а что у нас есть? Подождите. Я помню только... Только... Так, я в образе башматника. Я совершил убийство. Я убийца. Зеркало. Обручальное кольцо. Сожжение, лес. Так, нам, короче, чашу нужно использовать. Угли. Внутри лежит волос. Так. Детские волосы ложим внутрь. Дальше нам нужно с вами... залить, кажется, маслом. С этого момента начинается все что-то новенькое. Еще не готов. Вот этих у меня огней не было.
Так, кому пришло в голову тут... Тут была дверь. В смысле, я выбраться не могу? Ё-моё. Кайф. Звуки кота, которые выталкивают из дерева. Так, оно не держится, не хватает что-то, что должно его держать. Что ты предлагаешь? Что вы мне предлагаете сделать? Слушайте, а я не знаю, что мне делать. По факту происходит какая-то уже дичь. А, я поджечь же не могу точно. А, ну это ж ключ от комнаты. Ну блин, иди ты в сраку. Она просто меня преследует, и мне из-за этого, блин, начинается помутнение разума. Как вы видите, осталось немного помутнений. Ух ли. Что мне делать? У меня этого тогда не было. Я мог отсюда тогда выбраться. Я не пойму, что мне делать. Подойти. Давай. Я застрял. Не могу двигаться. Вау. Я снова могу двигаться. Ну, это просто минус рассудок. Да. Нужно было не подходить. Вот, а снова она там. У меня снова минус рассудок. Может, тут что-то есть еще? Я больше не могу стать бывшей накладницей. Чего? Можно мне подсказки? Можно мне что-нибудь? Почему? Я не могу сделать. Интересно, что-то, судя по всему, детский. Но, как я понимаю, у меня рассудок уже все, тю-тю скоро будет. Рассудок окоченеет полностью. А я не знаю, что мне делать. Жопа. Подождите, а как мы сюда заходили? Понимаю. Thank you.
туда даже что-то происходит во внешнем мире. Ладно, давайте, когда, короче, я думаю, на этом мы с вами закончим. Картина на стене. В каждом подлинном тлении есть свое семя. Просто добавь воды и узри чудо. Давайте, короче, я думаю, на этом закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.